Друзья, всем привет! У нас сегодня случилось ЧП. Наша страус рябушка. Утром делал обход, буквально пару часов назад. Смотрю, что-то голова не торчит у нее с вольера. Ничего не ждет, чтобы я занес. И заглянула, рябушка наша лежит. Все, нету нашей рябушки. Покинула нас рябушка. Фу-фу-фу-фу-фу. Я вон и тачку приготовил. Как-то ее надо отсюда вытягивать каким-то образом и куда-то отвозить, закапывать. У нас идет дождь и минус один. Ну, рябушка, я зашел, попробовал утром. То есть она не ночью отошла, а, наверное, под утро. Рябушка. Вот и рябушка. Рябушка, рябушка. Рябушка. Эй, рябушка, рябушка. Ё-моё. И как-то не то, что там сколько ездил за ней, сколько денег потратил. Мне это жалко. Просто саму рябушку жалко. Привык как-то к ней. Более он и тот тоже переживает за рябушку. И как ее теперь, куда ее деть, эту рябушку? Как с ней быть? Ну, она, видно, под утро. Так от чего, не пойму ее. Ну, нога, от ноги же не могла она сдохнуть. Я уже думаю, может, от гороха. Так она сколько гороха ела? Не одну же неделю. Все время ела горох. Вроде бы же нормально все было. Вчера, я вчера видео снимал, рябушку снимал вчера. Горохом угощал, нормальное настроение было. А сегодня вот так. Не дотянула до 20-го. Сегодня у нас понедельник, это на воскресенье. Андрей должен был прийти ее заделать. И так не дотянула рябушка. Вот уж вы остав, вылечи, подлечи. Подлечил и вылечил. Кто-то вчера еще и написал, смотри, что рябушка кони не двинула. Вот оно так и получилось. Рябушка кони и двинула. Ой-ой-ой-ой. Ну, от ноги вряд ли она могла, от ноги. Это что-то по-любому у нее с внутренностями. Вот ее больная нога. Подпухшая. Ну, от ноги навряд ли. Это по-любому что-то у нее внутри. Что-то у нее внутри. Или она была уже больна, просто мне продали, знали, что такое. Или просто так случилось, получилось. То есть тут не поймешь уже, как быть и что делать. Я, если честно, утром, когда увидел, был шокирован. Еще и думаю, не выглядывает, то все время выглядывает, что-то ждет. Это не выглядывает нигде ничего. Что-то, думаю, не то. Или сидит. Ну, не может, думаю, подняться из-за ноги. Ну, а внутри так что-то у меня дернуло. Подумал, хоть бы не сдохло. А ну, вон как. Рябушка, рябушка. Привыкли до рябушки. Ой, рябушка. Она еще не сильно и задубевшая. Но она на улице.
Все же нормально у нее. Все хорошо. Ела же хорошо. И вот так только. Вот так только вягушка наша. Вот такое бывает. Да, Боря? И такое бывает. Ну, получается, уже и не Боре ее нельзя давать никому. Надо ее куда-то или закапывать. У нас все позамерзало. Все замерзшее. Надо ее куда-то отвозить или вывозить, нашу рябушку. Вот такое, друзья, случилось у нас. Вот такая проблема. И кто его знает, что теперь делать и как теперь быть. Боря, а ну давай. Тут надо будет все поубирать. Я сюда поросят этих кантеров выпускал отсюда, когда там убираю. Ну, когда здесь была рябушка, то я не выпускал во время уборки. Сейчас уже буду выпускать. Поубираю тут все солому. Горох этот, чтобы оставался, поубираю. То еще те нажрутся. И будем пробовать ее как-то вытягивать каким-то образом. А как ее вытягивать? Лягушка, лягушка. Все же нормально с ним. Рябушка, рябушка. Рябушка. Я думал, она легкая. Ну, думал, килограмм. Ого! Рябушка. Загрузили нашу рябушку. Я ее сейчас попробую туда под навес поставлю, а потом или в машину загружу. Ну, что-то будем думать, когда дождь пройдет. Будем думать. Рябушка, рябушка. Thank you.
все. Пускай она здесь будет. Потом уже куда-то ее или в машину вывезу. Короче, что-то будем решать. Вот так, друзья. Всем пока.